spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена серия без инерционных катушек, предназначенная для поклонников ловли хищника со льда. Производителем является польская компания Dragon. Линейка носит название Manta Ice и включает в себя две внешне похожие модели весом 139 и 144 грамма. Одинаковое передаточное число составляет 5,1 к 1. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом FD410. Обе катушки Manta Ice выполнены в серебристо-серых тонах и предназначены для оснащения зимних удильников. Например, для ловли на вертикальные блесны или балансиры. При создании корпуса и ротора применяется легкий и одновременно прочный графит. Кстати, при изготовлении ротора используется Super Balance System, позволяющий свести к минимуму излишнюю вибрацию данного узла. В зависимости от модели, в механизме установлено 2 или, как в данном случае, 4 подшипника шарикового типа, выполненные из нержавеющей стали. Кроме этого, отметим наличие в конструкции стопора обратного хода, благодаря которому исключается проворачивание механизма в противоположном направлении. Основная шпуля делается из графита и оснащается пластиковой клипсой для фиксации шнура. Лесоемкость идентична для обеих модификаций и составляет 200 метров монофила диаметром 0,18 мм. Также отметим наличие полой дужки лесоукладывателя и ролик с функцией противозакручивания, который помогает избежать образования петель и так называемых ворот. Мультидисковый фрикцион имеет переднее расположение. В нижней части корпуса расположен небольшой флажок переключения реверса. В одном положении катушка работает только в режиме намотки, а после переключения ротор можно вращать в обе стороны. Ручка оснащена плоским прорезиненным кнопом. Чтобы сложить ее или переставить на противоположную сторону, необходимо воспользоваться крепежным винтом. В комплекте предусмотрено наличие дополнительной шпули. Она также сделана из пластика, имеет идентичную с основной лесоемкость и отличается только цветом. Используется в качестве запасной. Есть и тканевый чехол для хранения вашей катушки. Его горловина утягивается простым шнурком. А теперь давайте разберем Dragon Manta Ice и посмотрим на ее устройство. Внутри мы видим простой, а потому надежный механизм. По заявлению производителя, здесь применяются особо прочные металлические сплавы. Но все равно мы рекомендуем бережно относиться к вашей катушке и вовремя производить хотя бы элементарное ТО. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.